Приветствую вас, коллега. И, насколько мне известно, если говорить о работе насчет по специальности по классическому пути, то есть не по-честному, а по работе на предприятии, то вначале вам нужно устраиваться не психологом, собственно говоря, а помощником психолога, на котором, на должности которого вы проработаете какое-то время. Вообще-то институт должен направлять вас после окончания образования, направлять на соответствующие рабочие места. Но если этого не произошло, то он, институт опять-таки может вам выдать рекомендации соответствующие. Если он этого не сделал, вам стоит обратиться туда, чтобы он вам это предоставил. Они обязаны. Образовательные учреждения обязаны направлять на места. Или хотя бы давать указания, куда и как, что делать. Соответственно, на помощника психолога, работа помощника психолога опыта не требует, ассистента. Значит, там просто не положено опыта иметь. На этой должности вы проработаете несколько лет, 2-3 года, а потом можете самостоятельно вести практику. А значит, это если вы хотите работать таким образом. Потом уже вы можете устраиваться соответственно предприятие. А если же вы хотите работать частным или помощником психолога, не можете найти вакансии в своем городе, допустим, и так далее, то опыт можно получать хотя бы на нашем ресурсе, то есть регистрируйтесь как эксперт, загружаете диплом и, собственно, начинаете работать. Опыт вам будет обеспечен. Тут на сайте идет стаж, то есть показано, сколько времени человек на сайте, и это обеспечит вам необходимый опыт. С этим опытом уже вы можете, в принципе, предъявить его при соискании должности, вот. И, собственно, работодателю будет более понятно, чем вы занимаетесь, то есть, ну, как вы вообще работаете, какие у вас данные. Собственно говоря, если вы хотите заниматься частной практикой, то вам нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Взять в аренду кабинет и помещение, в смысле, и начинать давать частные консультации. Для того, чтобы узнать, как регистрироваться индивидуальным предпринимателем, вам нужно обратиться в соответствующий раздел нашего сайта, может быть, юриспруденция, может быть, бизнес, где вам объяснят, как это все делать. Вот примерно такие у вас перспективы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду вам очень благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго.